Санкт-Петербург – величественный русский город на Балтийском море. Город, в котором я живу уже почти 100 лет. Когда я был молод, было время, когда наш город – тогда он назывался Ленинград, едва ли можно было назвать красивым. Это было в те дни, когда посланные Гитлером немецкие войска пришли истребить нас. Около 1 000 000 человек расстались с жизнью во время блокады Ленинграда. Когда немцы попытались заморить нас голодом, я хотел бы рассказать вам о своей семье. А наша история началась намного раньше. Часть первая. В городе, меняющем название. Это Ханна Эпштейн и ее муж Мейер, портной. Они в 1881 году уехали из Велижа и поселились в Санкт-Петербурге. Их сын Евгений родился в 1885 году во время правления Александра III. Неподалеку жили Гитель Шемшилевич и ее муж Смейер. Они приехали из Таллина. Их дочь Евгения родилась в 1895 году в правлении Николая II и работала модисткой. В 1917, в год двух революций и отречения царя, Евгений Эпштейн встретил Евгению Шемшилевич. Они полюбили друг друга и поженились. Их первенец Александр родился в 1921 году. Тогда город назывался Петроград. А я появился на свет в 1924, уже в Ленинграде. В советское время, когда я рос, мой папа был религиозным. Он иногда ходил в синагогу. Дома мы праздновали все еврейские праздники, несмотря на то, что мама, мой брат и я не были верующими. Мы с Александром каждое лето проводили в пионерском лагере, в котором нам очень нравилось. Мой отец отлично зарабатывал, работая портным в модном магазине на Владимирском проспекте, а после революции на крупной фабрике. Мы жили в квартире на Невском проспекте. У нас была большая семья. Бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Жили мы хорошо. Я помню, что зима 1940 года была холодной, очень холодной. И кто-то бросил в Александра кусок льда, который угодил ему в голову. Через 3 дня он скончался. Мы все оплакивали его. Но мы не знали, что ждет нас впереди. Не знали, что скорбеть нам придется намного больше.
Часть вторая. Блокада Ленинграда. Летом у нас белые ночи. 21 июня – самый длинный день в году, а ночью светло, как днем. А 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в Советский Союз по всей линии границы от Балтики до Черного моря. Враг приближался, приближался быстро. К сентябрю Ленинград оказался в полной сухопутной блокаде. Остался только путь по Ладожскому озеру. Еды не хватало. Вскоре ввели продовольственные карточки. Немцы не просто бомбили нас. Они хотели заморить нас голодом. Несмотря на карточки, купить было почти нечего. Вскоре люди начали голодать. Магазины опустели. Голод становился все сильнее. Посмотрите, 125 граммов хлеба. Это то, что выдавали в самое голодное время. Но это был даже не хлеб. Жмых и дуранда в основном. Вскоре на улицах не осталось собак, не осталось кошек. Как-то я пошел навестить бабушку с дедушкой. Они лежали в кровати, мертвые. Когда кто-то из класса не приходил в школу, нас посылали проверить, все ли в порядке. Я заходил в квартиру и часто находил умерших от голода. Но были вещи и похуже, намного хуже. Скажу лишь, что истории о каннибализме – чистая правда. Люди умирали от голода и холода. Сначала сотни, потом тысячи, потом десятки тысяч и сотни тысяч. Мы были так слабы, а немцы неустанно бомбили город из пушек и самолетов. Но мы давали им отпор. В марте 1942 года мне исполнилось 18 лет. Я хотел сразу вступить в армию, но мне пришлось ждать повестку из военкомата. Наконец, в августе меня призвали. У меня была твердая рука и отличное зрение. Мне дали винтовку. Я стал снайпером. Я должен был идти убивать немцев. Мы, снайперы, подбирались как можно ближе к линии фронта. Иногда мы были в окопах, иногда на деревьях, иногда на крышах домов. Если что-то двигалось, мы стреляли. Между октябрем и декабрем 1942 года я убил 25 врагов. Январь 43-го года. Два решающих сражения. На юге наши войска окружили и уничтожили немецкую армию под Сталинградом. Здесь, под Ленинградом, мы начали операцию «Искра», чтобы прорвать блокаду.
12 января было ледяное утро. Наши части приблизились к берегу Невы. Сержант дал каждому из нас по большой кружке спирта для храбрости. Нам нужно было штурмовать укрепленный берег, поэтому мы принесли лестницы. Мы поднялись. Я стрелял в немцев. Они были всюду, и я стрелял во все стороны. И вдруг пустота. Я потерял сознание. У меня в голове была дыра. Меня уже сочли погибшим. Этому человеку я обязан жизнью. Профессору Андрею Львовичу Поленову, главе Института нейрохирургии на улице Маяковского. Мне сказали, что я 6 часов провел на операционном столе. Я восстанавливался 5 года, а потом вернулся на фронт и снова был ранен. После выздоровления я опять пошел воевать. Часть третья. Начиная сначала. Когда война закончилась, мне был 21 год. Я продолжил свое обучение, получил диплом инженера. Я работал в Ленинградском дворце пионеров в отделе науки и техники и преподавал физику одаренным детям. Мои родители продолжали соблюдать еврейские праздники. Я потерял отца в 1955, а мать дожила до 1968. Моя жена Роза Абрамовна Эберт была учительницей иностранных языков. Мы поженились 21 декабря 1957 года. Несмотря на то, что мы с Розой посвятили своей жизни работе с детьми, своих детей у нас не было. В 1962 году я начал преподавать в Ленинградском радиотехническом техникуме. Когда в 1991 наступили перемены, для меня мало что изменилось. Я потерял свою любимую Розу в 2004 году. И чтобы занять себя, продолжил преподавать. Я вышел на пенсию только в 82 года. Теперь еврейская жизнь вернулась в Россию, и я посещаю наш оживленный общинный центр и, разумеется, наш клуб ветеранов Великой Отечественной войны. Я люблю рассказывать молодежи о войне. Они хотят послушать о блокаде и о том, каково было пережить ее. Я рассказываю им о том, через что я прошел, о том, что потеряла моя семья, и о том, что мы все потеряли. Людям трудно поверить, что мы все это пережили. И молодые говорят мне, что жители Ленинграда были настоящими героями.
Мы все были ими. Говорю я им. Мы все.